Ребят, слышите? У Михалыча звенит. У Костяныча звенит. Давайте посмотрим сначала у Михалыча. О, монета! Вырубишь пятый. Пятый вырубишь? Да. Ребят, я только приехал. Пятый вырубишь. Да, у меня сигнал был хороший. Со второго раза выкопал. И вот такая вот чудесная монета. Это 2 копейки. Сохран бодрый. 1900 год. Красивый. А, 1910. А, Михалыч, мне так прохладно, Вася. Ребят, комары нас одолели. Михалыч пришел на помощь. Смотрите, какая красивая, да? Для шурфа это хороший сохран, ребят. Для шурфа это шикардос, вообще шикардос. Асечка, моя хорошая. Муа, муа. Только что мы с вами искали сигнал, веник найти не мог. Михалыч подошел своим, как его обозвать? Ну, Фишер 44, ребята. И он отыскал монету. Я просто разопнул. Скажи 25-й. Натери, как я на прошлом копе. И не можешь ты тереть, блин. Натри хоть гладкий гурт, что ли. И находки у нас идут. И вот у Михалыча в этом комочке. Еще никто не видел, но что-то там звенит. О, да. Вот слепочек такой красивый. Наверное, копеечка николаевская. Да, копеечка николаевская, ребят. Год сказать не могу. Но это копендос. Ну и хрен знает. Это Николай и все. Больше ничего не интересно. Ребят, ну что, застолье у нас закончилось. Пришли мы на шурф. Пришли мы пока с Михалычем. Вот сигнал. Вот он сигнал. Керамика вот такая вот глазурная. И монета. Монета, что за монета? Пока неизвестно. Неизвестно. О, 2 копейки, ребят. 2 копеечки. 1896 год. Смотрите, какой сохран. Хорош. Шурф продолжаем, ребят, который начали вечером. И продолжаем ночью. Я думаю, ночью еще выстрелит, потому что смотрите, еще какой объем. Ребят, Илюха там что-то трет. Трет никак не натрет. На 3.25. Что ты там натрешь? Не знаю, какая фигня. О-о-о! А это знакомо Михалычу. Михалыч. Ну-ка. Это же вырубыш. У Михалыча их сегодня 7 штук было. Спасибо за поздравление. Ладно, продолжаем. Медный вырубыш. Через час-полтора начнет цветать. Мы все на боковую. Так что все. До завтра. Смотрим. Будет интересно в следующей части. Итак, ребят, продолжаем свой коп после ночного выхода, как говорится. Шурф продолжает радовать. Вот она, монетка. Водки найди. А на море по колено следую южный. Шапочка уплыла!
Так что мы продолжаем и возвращаемся на коп. Ребят, есть вот такой вот экземпляр. 20 копеек, 1913 год. СПБ. Вот такая монета. Но интересно она тем, что здесь, смотрите, ЭБ. Эта монета очень хороших, дорогих денег стоит. Но факт в том, что монета немножко с дефектом. А в чем заключается дефект? Монета чистилась в аммиаке и имеет характерный такой желтоватый налет. Это раз. Во-вторых, имеется вот на срезе краснота. Видите, да? Монета вот такая вот. И монета настолько дорогая, что можно предположить, что цена в стоимости такой монеты может возвыситься в том, что предполагаем, что это фальшивая монета. Фальшивая. Видно, что золотая. В те времена сделана. Нет, это не золотая, это серебряная. Не, видно, что прям она цветом золотая. Ну, да, она такая желтая. Чистилась она обычно в аммиаке. Но есть, короче, недостаток. Вот такой вот скол небольшой. Вот. Если кому интересно. Это огородник. Если кому интересно, обращайтесь в личку в ВК. Огород. И можете пополнить коллекцию вот такой-то редкой дорогой монетой. Редкой дорогой. Да. 1913 год. Ага. ЭБ. Я вам прилагаю информацию по пароходам такой монеты на аукционах. Стоимость монет внушает. Очень внушает. 19 проходов. 19 продаж такой монеты. Так что обращайтесь мне. Возможно, договоримся. Ребят, помимо всего, то, что я вам сейчас показал, есть еще интересная монета, которую мы откопали на совместном копе. Это монета Андрюхи. Это 3 копейки 1931 года. Монета почищена. Все зеленые окислы были удалены. И, если честно, я очень доволен результатом чистки. Многие говорили, что монета будет убитая. Но я вам хочу сказать, что хорошая. Чем интересна эта монета, ребята? Это 3 копейки 1931 года. А именно разновид. Буквы СССР вытянутые. И стоимость такой монеты от 60 тысяч рублей. От 60. Если у вас есть желание приобрести, то через меня также можете обратиться и купить, возможно, даже подешевле, да? Можете откопать. Да. Не, откопать вряд ли, ребята. Такое бывает очень редко. Обращайтесь. Фотки я также прикрепляю в ВК. Заходим, подписываемся, регистрируем. А мы продолжаем искать вот такие шикарные монеты. Вон в тех, вон, ребята, местах. Вон всех. И вы знаете, еще несколько экземпляров достаточно интересные. Интересные это вот 24-го года. Как вы видите, да?
есть монеты с гладким гуртом. Сейчас я вот так вот на фоне. Есть монета с гладким гуртом, а также с серебристым. Вот они, 24-го года. Жена себе кошелек. Гурт гладкий. Вот такие монетки мы копаем, ребят. Не часто попадается это, но все же встречается. Вот, порадовал я сегодня вас интересными монетами, которые являются разновидностями и редкими. Все хорошо. Сегодня точно нет. Ребят, комрады разъезжаются потихоньку. Монеток насобирали, металл насобирали и в путь дорогу. Все, ребят, пока, счастливо. Ну а мы продолжаем, ребят. А мы продолжаем. Да, мы продолжаем отдыхать. Вон там вдали моя красотка ждет. Ждет, не дождется. Когда же придет хозяин, возьмет металлоискатель и покопает. Ну а мы продолжаем, да, Сереж? А, Сереж? Итак, ребят, я копаю совсем один. Уже темнеет. И у меня находка. Факт в том, что, блин, в дерне. Здесь вот уже камень. Ну, что за монеты, не знаю. По размеру предполагаю, что это царская двушка. С вашего разрешения сейчас ее намочу. Получится, нет, посмотреть год. Не знаю, видно, нет. Не знаю. Уже темно. Сказать не могу. Ну ладно, я ищу перспективные фундаменты на ночь. Не знаю, ночной коп получится, нет. Но дневной коп у нас удался у некоторых комрадов. Так что ходим, пока верховые смотрим. Причем зацепило, ребята, обычный аськи 250-й. Деревня битая-перебитая, но находки есть. Итак, ребята, на сегодня все. Доброе утро, ребят. Доброе-доброе. Солнышко поднялось. Завтрак готовится. Люди у нас на ногах. Вот я немножко сегодня задержался, так как позже всех лег. Пацаны уже копают. Так что день начинается. Надеюсь, находки порадуют вас и нас. Земляной дед жадничать не будет. Ребята, первое утро. Решили пробить улицу. Я вчера приметил, что вот здесь вот улица была и фундаменты стоят. Ну там вон я два царика поднял. И вот первый сигнал сегодняшний, который я копнул, смотрите, выпало. Не. Царица полей, что ли? Александровский. А, нет, это низкопрофильный, ёшкин кот. Низкопрофильная двушка. Да, низкопрофильная. У тебя болт? Зачет, утро доброе, начинается хорошо. О, пацаны, у меня восторг, блин. А двушка где была? Вон что? Двушка? Вот. Вон там двушка. Смотрите, ребята. Ух. Николай Первый. Три копейки, 1870, ой, 43-й год. То ли руки с похмелья трясутся, то ли я давно таких крупных монет не подымал. Огонь! Сереж, огонь? Смотри, что! Такая шайба! Зачетно! Второй сигнал. Третий сигнал. Вторая из них монета. Пробочка была сначала. Чью-то ямку прозвонил, там пробка была. Ништяк. Шума. Ребят, ветерок, не знаю, как будет слышно, видно. Вот из этой ямки немножко железяк натаскал. Вот эта железяка вообще
тяжелый вот этот. Илюх, ты у нас это... Здоровый, по весу можешь определить, сколько она весит такая хреновина? Килограмм 40. 40 килограмм. Нормально. На 20. 600 рублей, да? 600 рубликов, ребят. Почти бензин окупил. Правда, жратву окупить будет сложно. И сколько выпито вчера. Да, Илюх? Да. Ты больше, наверное, не пьешь, да? Нет. Вот так. Так, ребят, возле чьей-то ямки. Хорош. Честно скажу, бодрый. И выпала царская котвеечка. Даже год, наверное, скажу. 1906 или 5. Такая вот хорошая, приятная монета. Медная. Красивая. Сегодня уже третья. Ходим. Бродим. Пацаны пока ничего не находят. Итак, ребят, подошел я вот к такому шурфу. В принципе, засыпка хорошая. Сопутки нет. Но его раздраконили очень хорошо. И я решил про него пробежаться. Уже поднял 3 монеты. Ничего интересных я не показывал, но одна из них выпала вот так. И это надо заснять. 5 копеек СССР. А год, к сожалению, не скажу. Ну, поздний 50. 50 какой-то. Ну, вот так вот. Сейчас, может быть, отдохну. И пошурфить сюда приду. Но приду уже с Аськой. С Ванишем на шурфе тяжело. Звенит на все. А мне только нужно цветные. Ну что, ребят, находки как бы идут, но в основном вот в таком большом количестве. И у меня очень хорошая находка. И одновременно снимаю, я бы его не снимал, но одновременно с Илюхой. У меня двушка 57-го. Вот, а у Илюхи... Илюха. А у Илюхи трешка. Да сохран ты, блин, вроде ничего. Будет 46-й год. Да, вроде неплохой. Хороший. Пойдет? Че? Полчаса, Илюх, остаешься? Илюх сказал, полчаса не будет находок, уйду. Поеду домой. Находка. Земляной дед, как обычно. Замануху сделал, да? Следующая находка через полчаса будет. Ладно, копаем. Итак, ребят, сигнал был. Хожу теперь по верхам. И вы знаете, нечеткий сигнал был. Но выкопал вот такую вот хреновину. Я, конечно, уже в руки брал из любопытства. Ну, обычный ножичек. Но рукой проходишь. И железо отваливается. Вот такой вот, смотрите. Ну, это не советина. Это не советская, это кованая вещь. Очень интересно. Вот, смотрите, ребят. Что за ножичек? Акинак, что ли, маленький? Пишите, ребята, в комментарии, если кто-то встречал. Но это не советено. Смотрите, железо кованое. Я лопатой по ней ударил. Вот, и железка ржавчина отвалилась. Ну, экспонат будет интересный. Когда почистится, будет интересный. Вообще огонь! Огонь! Ладно, продолжаем. Возможно, скоро будем завершать. Наши ряды немножко убавляются. Кое-кто уезжает. Ладно, находки будут. Обязательно еще покажу. А сейчас идем дальше вверха смотрим. Итак, ребят, лагерь прибрали. Последняя машина уезжает. Илюха с Серегой. Все, давайте, пацаны, пока. А я сейчас сделаю обзорчик того, чего накопал.
делаю кое-какие селфи. Вот. Там железяку еще надо забрать. Вот, так что ладно, хорошо, отдохнули, здорово. По советам. Ничего особенного. Пятачок 30-го. По-моему, ночью снимал я его. Да, Михалыч? Это у нас трешечка. Царская. Хорошая. Вообще хорошая. Ребра острые. Почиститься будет очень хорошая, вкусная. Дальше что у нас? 96-й двушка. Затертая. Ну, пойдет. Для этого года неплохая. Дальше. Копейка 58-го года. А2. Александр II. Год проглядывается. 58. Дальше. Двушка затертая. То он еще и лопатой ее засадил. Красавчик. Это у нас вкусняха тоже была ночью. 2 копейки серебром. 1840 год. Ну, надежда умирает последней. Почистится или нет, все в его руках. Михалыч, чем чистишь, Михалыч? Экспериментами. Экспериментами? Преобразователем ржавчины. 5 копеек 70 какого-то года. Затертые, ребята, затертые монеты. Копейка. Это царские копейки. Это какой-то непонятный какалик. Непонятный. Это у нас что? Двушка. Ну, это для металла. Вот, копейка 24-го года. Знаешь, такой вольтаж. Неплохой сохран. Еще одна копейка 24-го. По серебру сегодня немного. 10 копеек 27-го и 15 копеек 27-го года. По сопутке, ребята. Ампераж. Самое главное, ампераж. Вот, короче, от ноутбука. Вот такая вот орляночка. Канинки. И самое, что интересно, ребят, вы, наверное, сейчас будете смеяться. Михалыч откопал вот такое количество. Ребят, это вырубыши. И это вырубыши для изготовления медных монет. Ой, медных колец. Это у нас двушка Александра. Это что-то непонятно. Вот это называется вырубыши. Для изготовления вот таких вот колечек. Вот такие колечки делали. Ну, в принципе, что у нас еще? Наперсток бодрый, не гнилой. Почистится, будет классное. Вот, и 2 крестика. Обычных советских крестика. Вот, так что вот так вот. Михалыч откопал сегодня на ура. Зачетно. Отдохнули классно. Ну, Яндекс.Такси у нас уезжает. И по находкам, ребята, Яндекс.Такси. Что у нас тут интересное было? Самая старая находка — это деньга. Достаточно бодрая. 50-й год. Хорош, хорош. Царица полей, двушка Александра. Так, это непонятно. В общем, Николай II, да? Вырубыш, как обычно. У Андрюхи вот такой перстень. Перстень номер 1. Хорош, хорош. Перстень номер 2. Подобные перстни я откапывал неоднократно. Дальше, что у нас тут интересное? Все как бы банально, ничего сверхъестественного. Здесь у нас, смотрите, обилие крестов. Вот такие кресты в Самарской области, как бы нечастые. У меня за все время таких всего-навсего 2 креста. Вот, и Косяныч за сегодняшний коп откопал целых 2. То есть он побил мой результат за все предыдущие годы, которые я сделал. Вот. И достаточно редкая находка. Изюминка сегодняшнего копа. И это вот такая вот штучка. Молодое поколение, наверное, не знает, что это такое. Но это интересная вещь. Это копоушка. Если есть у меня, получится возможность, я вам
видеосюжет по данной вещи, конечно, отдельным файлом прикреплю. Вот, так что вам приятного просмотра для информации. Вещь интересная, у меня всего-навсего за 8 лет такие две штучки встречались. Всего-навсего две. Вот сегодня откопал у нас Костяныч. Копаушка. Вот, что у нас? Вот таких вот штучек у нас в изобилии сегодня. Особенно у нас откопал таких штук 7, наверное, Михалыч. Ранее обзор его находок я делал. Вот, крестиков было сегодня очень много. Очень много. Вот, что отметить здесь, я не знаю. Наверное, все-таки Андрюхина деньга. Колечко лопнет серебро. Вот, колечко серебряное. Ну, серебро это в Африке серебро, неинтересно. Лучше, интереснее вот это. Вот такая вещица. Сегодня сенсаций нет, ребята. В частности, у этих двух комрадов. Получилось как-то так. Неплохо, неплохо. Ну, а по находкам, ребят, сегодня не густо, но и не пусто. Есть несколько экземпляров, которые сегодняшний коп сделали. Пушмурдику. Вот такой вот значок. Куйбышев. Вообще прикольный. Вот такая вот накладочка. Предмет конской упряжи. Пломба, колечко. Вроде как серебряное, но не знаю. Я сомневаюсь. Советики вот такие вот. Ветер сильный, ужасный. Надеюсь, на камеру будет все видно хорошо. По царям. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь царей. И вот эти вот два верхних царя сделали сегодняшний коп. Низкопрофильная двушечка. Хорошая. И 3 копейки с серебром. 43-й год. ЕМ. Просто шикарная монета. Просто шикарная. Здесь я ее помыл, почистил, а эту сторону не трогал. Такие монеты очень часто затерты. Но это в превосходном состоянии. Это тоже низкопрофильное. Они постоянно затертые, ребята, постоянно затертые. Но здесь, как вы видите, орел хорош. И с этой стороны грязь тоже нужно будет почистить, надеюсь, не утратится рельеф. Дальше. Банальные двушки. Раз, двушка два, двушка три. Вот эти две двушечки превосходные. Копеечки. Раз копейка, два копейка, три копейка. В общем, как-то так. По советам ничего интересного нету, ребят. Советы, они в Африке советы. Ничего интересного. И про это я совсем забыл, ребят. Вот такая вот вещь. Кованая. Предполагаю, старинная. Датировать век хочу попросить вас. Я не знаю. Я такое не копаю. По старине редко когда. И вот встретил с первый раз. Вот, так что лагерь за собой убрали. Потому что в этом лагере мы уже, я уже не знаю, больше десятка раз останавливались. И всегда все хорошо. Да, ребят, кстати, я вам не показывал. Откопали вот такие вот жернова. Причем целые. Не битые, не кованые. Хороший экспонат вообще. Вообще хороший. Пополнит какой-то чей-то музей. А возможно даже школьный, краеведческий. Так что ладно. Ну ладно. На этом, ребята, и все. Прощаюсь с вами до следующей недели. Вернемся, наверное, же сюда. Радует. Но травка уже выросла. Вверха ходить уже плохо. Пока. До новых встреч.